Всем привет! С вами прогноз погоды от блокнота Волгограда на ближайшие выходные. И я его ведущая Анна Глебова. Пятница и суббота отлично подойдут для пляжной вечеринки, а в воскресенье жители Волгограда пощекочет, освежит и будет ласкать на ходу летний дождь. В пятницу 15 июля будет ясно и без осадков. Днем плюс 30 градусов тепла, ночью плюс 16 градусов. 15 июля – день русской лени. Как его отпраздновать? Лягте на диван, а дальше мне лень рассказывать. С праздником! Ура! Суббота, 16 июля, ожидается преимущественно солнечная погода, осадков не предвидится. Днем плюс 31, ночью плюс 17. В этот день для жителей Волгограда бесплатно выступят «Федук», группа «Фабрика», а также дуэт «Хамали» и «Наваи». Подробнее в разделе «Афиши» на нашем сайте. В воскресенье 17 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут ливни. Днем плюс 27, ночью плюс 19. Ежегодно каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. Поздравляем с профессиональным праздником всех работников отрасли. Подобрать мебель для квартиры – задача, прямо скажем, нетривиальная, а к детской мебели – особые требования. Она должна быть функциональной, долговечной, безопасной. Заходите в рубрику «Мебель» в справочнике товаров и услуг на сайте «Блокнот Волгоград». Там представлен широкий выбор мебели на любой вкус и кошелек. Справочник товаров и услуг «Блокнот Волгоград» поможет в любой ситуации. Проверено! Всем пока, всем приятных выходных!